Пилатес, брокколи, новые туфельки. Бу-бу-бу, надо маме позвонить. Кабачок, грустно. Тортик хочу. Последняя прокладка осталась. Не хочу на работу. А это кто? Прикольный, надо киску побрить еще наверх. Зайка, ты можешь про себя думать? Ну что ж, это моя новая история. Я очень люблю переезжать из одной жопы в другую. Одним словом, путешествовать по России. Так, ну что ж, сейчас круга выключу. Welcome, ёпта! Значит, смотри, наручники с кровати я снял, но простынку лучше сменить. О, какая красотка! Ну, привет! Мелочи нет. Как и твоих сисек. Долбоёб, блядь. А ну иди сюда! А ты чё стоишь, лыбишься? Привет, заебала. Изабелла. Не хочешь почесать меня за ушком? Спасибо, воздержусь. И прекрати меня метить. Прости, это привычка. Благодарю. Папа, какой мудила припарковал здесь этот кусок говна? Вообще-то я. Нахуя? Ну, это мой тебе подарок. Счастливо, как я же. Сильно, очень. Ух ты. Ой, я специально. Я догадался. Слушай, может ей на актерское поступить? У нас в Мухосранске неплохое училище есть. Знаю, для этого и приехала. Слушай, а как включать заднюю? Спасибо за минет, но мне пора идти. Вообще-то я имела в виду в машине. Ох, ёпта! Ой, прости, я вообще въебала целилась, но... Да ладно, по затылку тоже норм. Может, познакомимся? Ты одна здесь? Нет, с заёбами. Хорошая компания. Меня зовут Мишаня. Будем знакомы. Белла. И кто эта красотулька? Прости за красотульку. Просто да. Я со спины не видела. Бывает. Вот, проходи. Здрасте. Пизду покрасьте. Так, главное ни в кого не влюбиться. Блядь, сука. Так, детей назовем. Можно здесь? Я сразу поняла, что я ему тоже понравилась. И не потому, что он начал наяривать прямо под партой. Но не только поэтому. Привет. Тазик дать? Меня зовут Белла. Эдик. Так значит, вы, вампиры, не дышите? Нет. Да уж. И сердце у вас не бьется? Нет. И кровь по венам не циркулирует? Нет. Значит, и эрекции нет, и хуй не стоит, и патенты вы ебаны. Эдик, да пошутила! Можно вот эту книгу? Вот, сдачи не надо. Ага. Но здесь нет сдачи. Поэтому не надо. Ваш красный дошик. Что будете пить? А, бульон в бокалы налейте. А, какой кавалер. Хоть бы она не подумала, что я долбоёб. Хорошая погода. Спасибо. Так, понятно все. Я сейчас обоссусь, сука. Нахуя я на заправке не сходила? Надеюсь, у них есть освежитель воздуха в туалете, грёбаная шавуха. Привет! Зайка, мы все умеем читать твои мысли. Блять. Нет, солнышко, не угадала. Это моя мама. Тот долбоёб, это мой брат. Приятно очень. Нам тоже. У нас семейная актерская династия. А ты чем занимаешься? О, я тоже актриса. Это... Правда? Да. Стих! Я мгновенье чудное помню. Блять, лучше песенку. Я ей сейчас въебу, сука! Белла, лучше заткнись. Я ему и пузико гладила, и за ушком чесала. Но он все равно сбежал, сука. А, шарик! Нашелся, блин. Подожди, куда это он? Сейчас пойдем и спросим. Ты где шлялся, Кобелина? Ну все, хватит. Пошли домой. Мы скучаем. Я не могу там жить.
Как будто этот дом проклят. Каждую ночь снятся кошмарики. Что вы за семья такая? Я Эдвард Панин. Бен, идем. Белла, я мастер спорта по сексу. По рукопашному? Да блять, сука, сколько можно? Шарик! К ноге, я сказала! Почему я тебя должна по этому говну искать? Домой бегом! Коврик уже скучает, ты его уже 2 дня не трахал! Я туда не вернусь. Это что, из-за Эдварда Панина? Да стой ты, сука! Дай лапу! Пойми, он просто однофамилец! Ты же помнишь, как он давал тебе пельмешки, сардельку прямо со стола, когда ты вот с таким грустным ебалом возле стола сидел? Если бы он любил меня, он дал бы еще одну сардельку! А рожа от любви не треснет? Домой пизду, я сказал! Если сунуть в жопу шарик и подключить к нему 100 Гц, то ли шарику пиздарик, то ли жопоньке пиздец. Нажрался. Ты уже всех алкашей на районе высосал. Так пятница же, сука. Ну что, идем гулять? Да, идем. Белла, хватит. Кто гулять идет? Я иду. Да блять, сука! Ну что, ты срать будешь? Не знаю, посмотрим. Первый час буду. Все нюхать, тебя бесить, и потом, может быть, пописаю. А насру дома на ковре. Не знаю, такие традиции. Угу. Ну что ж, понятно. Я удалю всех шлюх из социальных сетей. Буду проводить время только с тобой. Уволюсь нахуй с работы, но останусь богатым. Скажи мне, ты готова ебать мне мозги вечно? Да. Зайка, проснись. Ты обоссалась. Слушай, ты уже вошел? Да блять, ты заебала уже. А ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Тебе не кажется, что сейчас не очень подходящий момент? Не перебивай, я не с тобой разговариваю. Да блять, сука, ты ёбана! Зайка, тебе тут Оскар принесли. Шучу. Может, сегодня пошалим? А какой сегодня день? А ты чё забыла? Сегодня трахен-трахен у нас. А чёрт, 15-е. Чё, месики? Ебать. Белла, это всего лишь месячные. Не выпускай зло наружу. Убить. Ну все, пиздец. Моя сучка. Ну чё, сильно болит? Да. Вакцинироваться будем? Или еще раз пиздануть? Зайка, расскажи про свой первый раз. Это было изнасилование. Прости, я не знал. Да ничего. У меня дядя прокурор, мне условку дали. А, чё за нах... Я исполню любое желание. Чего ты хочешь больше всего на свете? Я с первой части мечтаю... получить Оскар. Ебануться. Ничего попроще не могла придумать. Для этого вообще-то талант нужен. Блять, сука. Ты ж сказал любое желание. У меня этого таланта хоть жопой жри. Хорошо, покажи мне радость. Что? А, радость. Сейчас. Терпения больше нет. Кто это сделал? Джейкоб, блядь, плохой. Псина вонючая. Ты сгрыз всю нашу мебель. В доме, сука, уже каждый угол пометил. Тебе улицы мало. Белла, мы метим то, что нам принадлежит. Это любовь. Любовь? Да я из-за твоей любви уже вся обоссана с ног до головы. Потрохусечки. Давай займемся этим в душе. Не, Зая, ну его нахуй. Там счетчики набегут, пиздец.
Не льсти себе. Счетчики у него на... Ёбушки-воробушки, я жирная. Кто там? О, Маринка. Марин, привет. Катастрофа у меня. Ой, писюлька моя, что случилось? 52, вот что случилось. Кошмар какой, и что будешь делать? Худеть. Курочка-котлетка! Этих началось. Во имя сельдерея. Убью. И авокадо. И шестого часа! И да погаснет лампочка в холодильнике. Омлет. Ума, а я даже... Да ему вообще насрать на меня. Вчера послала его в магазин. Сказала, купи пироженку или бублик. Да, правильно. И что он выбрал? Он купил пироженку. Не ублюдок ли, а цук... Здравствуйте! Да ты что делаешь, дура? Я здороваюсь просто так вот. Ебать. А просто привет сказать не судьба? Ты вообще сценарий читала? Читала. Ну и что ты поняла из него? Я имею в виду, что ты думаешь о героине. Убойная штука, а что? Правда, кокс лучше. В ноздрю засадь.